«Миражи», «Третий дубль», «Выпуск 97», «Девочка и дерево желаний», «Квартирант». Эти и многие другие короткометражные фильмы жюри Международного студенческого фестиваля в ГИК отобрало из сотни работ молодых режиссеров. Саровчане смогут увидеть 12 картин в различных жанрах. Молодежное студенческое кино – это интересно, любопытно. Это снимает лучшая кинематографическая молодежь страны, потому что все это или выпускники, или студенты в ГИКа. Наш город принимает участие в Международном студенческом фестивале впервые. Для выпускников Всероссийского института кинематографии это площадка для демонстрации своих творческих достижений и самых удачных начинаний в этом виде искусства. И, возможно, в скором будущем призеры и победители этого фестиваля станут открытием для отечественного кинематографа. Чем дышит молодежь? Что им интересно, какие темы они выбирают для своих фильмов. Вообще в фестивале участвуют игровое, неигровое и в этом году мультимедийное кино. Мы посмотрим вообще, что это такое. Есть один телевизионный фильм в рамках кинофестивальной программы. Саровчане не останутся в роли пассивных зрителей и смогут принять участие в выборе лучших короткометражных фильмов международного фестиваля. Итоги голосования жителей нашего города учтут при составлении итогового рейтинга. Зрители получают бланк голосования, в котором перечислены те фильмы, которые на какой сеанс они пришли. И десятибальная система. Нужно будет проставить оценку от 1 до 10. 10, естественно, это максимальная оценка, да, единица, если уж совсем ничего не понравилось. Работы участников Международного студенческого фестиваля будут идти 13 и 14 ноября в художественной галерее. 15 числа организаторы покажут саровчанам лучшие короткометражки по итогам саровского голосования. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.